следующая тема актуальная и для женщин, и для мужчин. Молочница. Лечение молочницы слизистой оболочки рта и горла. Представляете, она бывает рта, горла, половых органов. Вот некоторые лечение молочницы на ногтях. Ё-моё! Лечение молочницы у детей, у беременных женщин. Лечение молочницы, так, заключение. Народные методы лечения молочницы. Мужики могут сказать, да, нас это не касается. Оказывается, когда крайнюю плоть отворачивают, то там в уголках имеется такой сырок. Конечно, не у всех он имеется, но имеется. Молочница, она уже с детства. Я помню, в детское время, просто когда там мочишься, грубо говоря, там заворачиваешь эту шкурку на головке, раз, а там имеется вот как раз вот этот вот белый такой, как сырок, налет. И это было у многих. Поэтому эта вещь не очень такая уж простая, а действует очень плохо. Короче, можете почитать про эту вещь. Такая тема щекотливая, но тем не менее, она порождает очень серьезные проблемы в дальнейшем со здоровьем. Вот даже за 10 номер 2014 года познавательно-практический материал «Молочница кандидоз». Вот как раз статья тут в двух газетах, что такое молочница. Предпосылки возникновения молочницы, причины, ослабляющие организм, последствия молочницы, виды молочницы, риск заболеть молочницей высок у кого? Самодиагностика молочницы, лечение молочницы, заключение, народные методы, примеры лечения молочницы. Видите? О! Какой оральный кандидоз. Вот тебе, на тебе. Кандидоз кожи. Это уже хуже. Это уже гораздо хуже. Кандидоз ногтей. Кандидоз. Вот тебе кандидоз. Кандидоз внутренний. Кандидоз кишечника. Самодиагностика молочницы. Опрос. Если этого нет, ставим 0. Если есть, в легкой форме. Или появляется нечасто, единица. То есть это самодиагностика. И пошел. Слизь в калии. Если неприятный запах изо рта, сухость во рту, зуд в носу, кашель, боли, напряжение в груди, рассеянность, частые перепады настроения. Ё-моё. Ну, пожалуйста. Не просто вы можете там себя продиагностировать, но вы можете, поняв суть проблемы, вы от нее можете избавиться, потому что заражение молочницы, вы говорите, да происходит постоянно. Мы контактируем с миром. Целуемся на стороне, любимся. И все это, естественно, идет обмен всеми этими микрофлорами и прочим. А потом мы удивляемся.